внутри или снаружи. Я не могу назвать это счастьем. Я не могу назвать это горем. Это просто жизнь по ту сторону себя. Жизнь, вывернутая наизнанку. Ты и моя потусторонняя жизнь. Жизнь, которая должна была протекать внутри меня, почему-то протекает снаружи. А жизнь, которая должна была протекать вовне, почему-то переместилась вовнутрь. Это и есть знаменитая лента Мёбиуса или бутылка Клейна, когда уже не разобрать, где снаружи, а где внутри, и кто вне тебя, а кто внутри. Внутри или снаружи?